сфотографировать. Смотрите, и на мой фотик, пожалуйста. Сейчас я его немножко. Где там? Вот. Девочки, какой? Ну, сколько он бегает, выставляет?
официальным образом участвовать в рамках. Thank you.
тебя тоже поучаствовать с нами хочется. Наверное. Ну, завидно. Все бегают. Мне собачку, пожалуйста, выталкивайте. Она упадет. У меня сейчас. Я не вижу. Сейчас я. Собака водит там по шкуре. Вообще.
Понравился, что ли, сильно тщательно тебя рассматривал. Thank you.
половина собак, все проверили, все проверили, все. Она в прошлом году к нам приезжала. А ее победил наш кумир. Он красивый. Красивый. Честно говоря, мне очень скучно здесь сидеть. Вот, я не знаю, ба ужас, когда я видела. Прямо даже слушать одно. Удовольствие. А тут ну, вообще ничего, чего, к чему, кто, чего вообще, ну никакой интересный. Плюнул и пошел. Да. Тяпочка протянула. Ага. Это в лучшем случае. Его тогда этот венгер не снял вот этого. Он мухаря поставил за перекус. Вот такой скандал был. Вы не только она. Вы, говорит, мне на Евразии дали чемпион России очень представительным сделали. А здесь меня, значит, это самое. Но, да. Там разговоров было очень много. Да, это. Нам вообще больше всех понравилось, всех, которых у нас в руке там собрали, там стали, я его еще. Всю прическу примела. Борта не толкай меня. Подойти. Ура! Иди, 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 иди.
Что назвали? А я смотрю, когда же назвали, а эксперт не подходит. Эксперт сидит на корточках. Так я его вообще не заметила, где там расхвасался по полу. Слился с полом. Ага, какой молодой. Это хорошо, правильно. Наверное. Ух ты, радостный какой. Чем то. Прикол нашего городка. Смотри потом в бумажке. Кассета одна кончается. Ну, все полтора часа он снимал. Она говорит, так они вообще заснёт и не встанет.
всегда мешает побеждать то, что она из себя. Наверное, еще не успел получить каждый где брать на память. У меня еще видика не было, я уже собиралась все это, собачье. Не, вообще можно, да, тут хороший собачий. Я даже без паузы, я сижу, чтобы там интересно посмотреть потом. Еще так увидишь, только четвертый. Я в своей тундре вообще ничего не увидела. А мне его предыдущее больше понравилось. Вик, давай. Интересно, вот сейчас мяч почему занимается с собакой? Что там? Что? Что?
название
удивительного момента нашего шоу стало волнительного, стало напряженного. Мы все узнаем, кто сегодня в день 850-летия нашей столицы, нашего города Москва, станет победителем шоу «Чемпион чемпионов». Поприветствуем, не жалейте, пожалуйста, свои подарки для всех наших участников.
сказать. Вот ты своими словами скажи. Красивые такие. Девочки тоже аккуратненько, красивые. Видишь, ближе вот к мамину. Она в маму. Ровненько, шаг не хороший. Движение очень они хорошие. Я как воду уродилась. Правда, их там ходят на грудь посреди. Ну, это не страшно, вырос. Это не самое страшное. Это, да, дело на жару. Ними занимаются. Вот это тоже очень ценно. Это хорошо. Ну, еще 4 месяца они у меня как уже вылитые там все стоят. Понятно. Ходят на поводке это всяких. Даже на следующей России приедут. Это ясно. Посмотрим. Stop it!